Всем привет! Меня зовут Сергей, и это видеоотзыв на скайп проработки с Александром Барановским. Я в этом видео постараюсь до вас донести мысль, что проработки по скайпу это так же эффективно, как и очная терапия. Ну, во-первых, мне есть с чем сравнить. У меня до этого было 4 проработки с очным терапевтом и 4 проработки с Александром. То есть 8 сеансов это достаточно для того, чтобы сравнить и убедиться в том, что метод одинаково эффективен в обоих случаях. Во-вторых, данный метод, он, скажем так, разговорный. То есть наличие рядом терапевта совсем не обязательно. Когда мы созваниваемся по скайпу, я вижу терапевта, по сути, там пару минут. Привет, как дела? С прошлой проработки. А что сегодня будем прорабатывать? Ну все, закрывай глаза, поехали работать. И все. И следующие там 2-2,5 часа ты находишься с закрытыми глазами и работаешь сам внутри себя. Вот. И еще такой момент, тут все дело в вас, если вы работаете, сами готовы работать, то вы и по скайпу проработаетесь, и очно, и заочно, я не знаю, хоть по переписке. Ну а если вы не хотите сами работать, не готовы, то вам какие условия не предлагай, результата никакого не будет. Не надо себя обманывать. Ну и в-третьих, это возможно будет актуально для жителей крупных городов. Я имею в виду транспорт и затраты на дорогу. Потому что может быть неудобно ездить к терапевту. Ну, например, как было у меня, когда я ездил за 300 километров в соседний город. Это действительно неудобно, потому что полдня отпрашиваешься на работе, едешь, работаешь, потом обратно домой и в итоге за полночь ты дома. Ну, действительно немного неудобно. Ну, вот. А по скайпу это, можно так сказать, спасение. Отпросился с работы на часик пораньше, приехал, как говорится, упал на свой любимый продавленный диван и проработался. Вот. Ну, подытоживая все вот это сказанное, я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что проработки по скайпу это эффективно. Ну, и еще хотел бы оставить маленький видеоотзыв именно о самом методе работы. Мне он очень нравится, потому что действительно за один сеанс, скорее всего, ну, в 90% случаев успеваем проработать все, что связано с этой проблемой. Тем более сейчас Александр доработал свой метод, и за счет работы с образами получается решить не только вот саму проблему, ну, допустим, там, вы боитесь выступать публично, но и все, что рядом, все, что сопутствует этой проблеме, какие там еще негативные установки, переживания или там самоопределения. Все это словно каким-то комбайном или экскаватором выкорчевывается и выкидывается. И у вас остается, ну, все только хорошее настроение, и вас эта проблема уже не беспокоит. Вот. То есть мне нравится, чем больше работаю, тем больше убеждаюсь в эффективности метода, и есть желание продолжать работать дальше, потому что, ну, есть что прорабатывать. Поэтому, если вы сомневаетесь, я рекомендую вам все же даже хотя бы на одну сессию зайти, потому что вы точно ничего не потеряете, вам хуже не станет, а станет только лучше. И плюс вы сами еще убедитесь в том, что, ну, метод действительно хорош. На этом все. Надеюсь, был полезен. Всем пока, счастья, удачи.